Эта история началась в Кейптауне, в городе Южноафриканского Союза. Сенсация! Цветной учитель Ленни Сварц убил белую девушку Сарри Вилли! Цветной выродок убил белую девушку! Вот чему приводим туземцев высшее образование! Учитель-убийца! Ленни Сварц, бакалавр искусств. Селия. А я надеялась, что ты все-таки останешься, Лейни. Жаль, такое хорошее предложение. Редко кому удается сразу найти работу, да еще интересную. И здесь, в Кейптауне. Ну, ты же знаешь, малыш, я не могу не поехать. Я должен ехать к ним. Но ты... Ты даже не предложил мне поехать с тобой. Селия, мы же расстаемся с тобой не навсегда. Я поеду, поживу немного, осмотрюсь, и ты приедешь ко мне. Хорошо? Ну, выше голову, малыш. Это наш. Ах, вы, бродяги, ну куда же вы закопали? Ведь уезжаем скоро, 2 часа осталось. А ты, тебе, изменнику, не стоило бы провод устраивать. Вот и конец нашей шестерки. Маленький Сварц. До нового бакалавра искусств. За дружбу. За дружбу. Лень, нашу студенческую. А ну-ка, Саня, споем. Вернулся твой сын, о земля дорогая.
Славный сегодня денек. До чего легко дышится, правда? Хорош, Франтик. Что это такое, Витин? Или я слышался? Как по-твоему? Да. Обезьяна. Вырядилась в хороший костюм. Еще разговаривает раньше, чем его спросят. Иди сюда. Иди сюда. Что тебе здесь нужно? Я здесь живу, в деревне Стилинай. Никогда его здесь не видел. Я 7 лет учился в Кейптауне. Подойди ближе. Тебе ярлык. Что вы этим хотите сказать? То, что сказал. Небось, с ученым титулом пишешься. Даже с двумя. Не смей улыбаться! Сволочь! Прошу вас! Прошу вас! Ой, нет, нет, нет! Белые не носят таких костюмов. Ты настоящий джентльмен. И ты мой сын. Ну вот. Вот. Теперь и ты настоящая леди, ма. А это сестренки Мэйбл. Это? О. И это. А где она, ма? Работает в большом доме. Сейчас все на работе. Сэр Питер. Hello, сэр. Как поживаете? А что, мать, детей по-прежнему пугает большим домом? Вот я тебя, проказник. Погоди, заберет тебя рыжий бас. Его нет. Он умер, Лени. Вот уже 3 года. Ой, что же это я? У меня и обед не готов. И надо бежать в лавку. Тебе нужны деньги? Ничего, мне поверят в долг. Ну. Откуда у тебя столько денег? Ты ведь учился. А в свободное время натаскивал богатых студентов? Это он мне дал. Он дал это своей матери. Добрый день, мистер Финкельберг. А, вы сегодня прямо сияете, миссис Ватс. Я столько лет не видела сына, мистер Финкельберг. Да, вы можете им гордиться. Вся деревня готовится к празднику в честь его. Конечно.
Я и горжусь. Только я все это мне как-то не привык. Понимаю. Со мной тоже так было, когда вернулся Исаак. Сын прямо страху нагнал на меня своей книжной мудростью. Только денег не прибавилось от этой мудрости. Вот самый лучший кусок. Заплатите, когда сможете. А я... А мы сделаем с вами так, мистер. Я посчитаю только половину. Другая половина пусть будет подарок от семьи Финкельберг. Hello, Мэру. Hello. Так вот вы какая, Мэру. Ну, иди сюда. Иди. А вы... Ты, Ленни. Ты на меня не сердишься, что рылась в твоих вещах? Сержусь. Нет, неправда. Лицо у тебя совсем не сердитое. Да. А это кто? Это Селия. Селия? Селия. Какое красивое имя. И сама хорошая. Это твоя подружка, да? Мне бы такое платье. Она совсем как белая. А может, она белая? Нет. Дай сюда. Нет. Мэбл, дай сюда. Нет. Мэбл. Нет. Сейчас. Мэбл. Дай сюда, Мэбл. О, Господи. О, простите, о. Простите, отец. Я вам не помешал? Нет, что вы. Нисколько, нисколько. Прошу. Я здесь не проповедник. И прости меня, Леня, сынок. Но у нас никогда не было ученых. И кто его знает, как надо разговаривать с ученым человеком? Но я все тот же Леня, отец. Нет, нет, ты уж не спорь, Леня, сынок. Сестра Сварц, вы не рассердитесь, если я уведу вашего сына? Нет. Он принадлежит не только вам. Его ожидают великие дела. Ну какие там великие? Идем, сын мой, идем. Я скоро вернусь, моя. Она его так любит, так любит. А он... Она грамотная. Грамотная. А где она живет? В Кейптауне. Какая красивая она. Очень. А сколько у нее нарядов? Она невеста Ленни? Конечно. Ой. В таком наряде я была в не хуже. Не хуже. Скорее открыть школу, поставить скамейки, сделать классную доску. Сделаем, все сделаем. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, хорошо. Здравствуйте, дорогой. Добрый день. Роберт, здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, спасибо, хорошо. Это наш учитель. Наконец-то наши дети научатся подписывать свои имена, а не ставить крестики, как этот... Приходится делать мне. Опять этот кап. Это Мако. Учитель из негритянского краля. Мы теперь покажем этим неграм. А то мне всегда было обидно, что даже у негров есть школа, а у нас нет. Теперь будет и у нас отец. Хелло, Сварц. Проповедник, я же предлагал посылать детей ко мне, а ты не согласился. Еще бы я согласился. Бог создал белых, цветных и черных. Он сотворил их разными, потому что хотел, чтобы они жили по-разному. Мой Бог сам должно быть белый.
он проводит ту же политику, что и правительство. Не кощунствуй! Ленни Шварц! Ленни Шварц! Ну как ты, Сэм? Как голова? Голова ничего. А как ты живешь, Фиетта? Все так же. Так же? Все так же. Так же. Ленни Шварц! Кто это? Это сумасшедший, Сэм. Вы Ленни Шварц? Да. Бас Герд сказал, чтоб вы сейчас же пошли в большой дом. Большой дом? Но сейчас уже поздно. Да и неудобно уходить от гостей. Надо идти, сын мой. Мы обождем. Ведь не часто же бывает, чтобы кого-либо из нас звали бы в большой дом. Иди. Да, иди. Иди, сынок. Иди. А я вас вспомнил. Ничего удивительного. Кто не знает сумасшедшего Сэма? А почему вас так называют, Сэм? Иногда у меня болит голова, а потом все сильнее и сильнее, и я становлюсь как помешанный. Ну отчего? Как это с вами случилось, Сэм? Не помню. Не помню. Ничего не помню. Большой дом. Учителя встречает. Все кругу взбаламутил. Хватит с нас и Мако. Я знаю, чему он учит своих черномазых. Это скотина. О, формально он прав. Черта форму. Я поставлю его на место, Вильсон. У меня он опустит глаза. Кажется, собираюсь открывать здесь школу? Да, собираюсь. А кто что вздумал строить планы, не спросясь ни меня, ни других европейцев этого округа? Мы не рабы. О, независимость, значит, проявляем. Запомни, цветные у нас здесь всем довольны, лучшего не просят. Они знают свое место. Независимых скотов нам здесь не требуется. Поняли, мистер Шварц? Можешь идти. Ты, наверное, и это знаешь о моем отце, а, бабушка? Ты слишком многое знаешь о всех нас, старая карга. Не знаю. Напали на меня. Вы знаете,
Нам плохо. Идемте скорее в дом. Это не годится. Его хозяин вряд ли встретит меня. А что? Гостеприимно. Вы с ним поругались? Нет, он поругался со мной. Идемте. Он спит, а в доме никого нет. Идемте. Вода и молоко. Благодарю вас. Сейчас она идет. И до чего вы поссорились с дядей Гертом? С дядей? Значит, вы тоже Вильер? Да, Сари Вильер. А вы? Я Лени Сварц. Моя сестра у вас в доме работает. Вы Лени Сварц, вы со мной так разговариваете. То есть как? Как равный, как европеец. А я приняла вас за белого. Ну что ж, еще не поздно исправить ошибку. Стоит только закричать и сказать, что какой-то цветной выродок... Вы смеете? А вот смею! Подождите. У вас вся спина в песке. Благодарю вас. Без вас мне, конечно, пришлось бы туго. Доброй ночи. Хозяин белый мой бас, так сказал мне раз. К чему тебе твоя страна, мне она нужна. Что делать негру, приходится терпеть. Что делать негру, вот эту песню петь. И вот пошли у нас дела, ляг и умирай. Он землю взял, увел вала. Обещал мне рай, что делать негру, пока он не в раю. Что делать негру, спасать страну свою. И я скажу назад. Наконец-то. Я так беспокоилась о тебе, сынок. Там все хорошо обошлось. Да, ма. Ну, значит, все в порядке. Возблагодарим смиренный город, что свет воссиял в нашей долине. Будем же веселиться и плясать. Ибо для нас и наших детей настал новый день. Ну! У нас все здесь не любят. Почему? Потому что каждый раз, как Китал съедет, так у него после этого ребенок. Да-да. Она к тебе идет.
вас сразу. Спрячены вы! Вот тебе надо от этих людей. Они слушаются своих хозяев, молятся своему боженьке. Зачем их учить? Им захочется таких вещей, о которых они до сих пор и не думали. Хорошей еды, того всего, научатся и вообразят, что они не хуже белых. А там недалеко и до беды. Можно подумать, что ты сговорилась с Гертом. Сговорилась с Гертом? Может быть, ух, так бы и убила бы тебя. Это сегодня уже пытались сделать. Уезжай, Ленинград. Возвращайся к своей красотке. Уезжай. Внимание, друзья! Внимание! Вот что. Завтра с утра присылайте детей в школу. Миссари, Бадгерт опять не ночевал дома. В последнее время он редко дома. Мэйбл. Да, миссари. А ты похожа на брата. Простите. Как дела у него в школе? Лени говорил ничего. Значит, он доволен. Очень доволен. Ну, просто умереть можно. Все сразу захотели учиться. Вы знаете бабушку Ани? У нее ни одного зуба нет. И глаза еле-еле видят. Ну, просто умора, как она старается разобрать буквы на доске. Вот одно только плохо. Очень часто он ходит к большим камням. Ведь это плохое место. Все люди его обходят, а он ходит туда один. И все вздыхает, вздыхает. Вздыхает? Угу. Вздыхает по цели. По цели? Угу. По какой цели? Цели? Это его подружка из Кейптауна. Если бы вы только видели ее карточку, мисс Сари, платье у нее какое. Она совсем как белая мисс Сари. Хорошенькая? Очень. Ты можешь идти, Мэйбл. Мисс Сари, разрешите мне уйти сегодня вечером? Ты слишком часто уходишь. Мисс Сари, пожалуйста. Ну, хорошо. Только это в последний раз. Благодарю вас. Хорошенькая. А какое мне, собственно, до этого дело? Большие камни. Добрый вечер. Добрый вечер. Садись, Кинг. Вы, наверное, очень скучаете по Кейптауну. Вам здесь, наверное, очень тоскливо. Да. Вам, наверное, тоже? Иногда. Но я не живу в большом городе. Полгода назад я приехала сюда из маленького поселка в Трансвале, так что привыкла к душе. Мне очень стыдно за то, что я вам наговорил тогда на кухне. Вам и должно быть стыдно. Хотите?
прекратить сигарету? Я не курю. Ну, давайте попробуем. Сари Вильер, как она не боится? Ведь если кто-нибудь увидит нас... Первую встречу вы обошли, и вы смотрите людям прямо в лицо. Если бы белые дали возможность цветным жить по-человечески, они все были бы такими. Не сердитесь. Мне и в мыслях не было обидеть вас. Когда я сейчас вспылил, это сердился не только я. Это во мне заговорили все цветные. Ведь мы в любую минуту можем ждать оскорбления. Не мудрено, что мы видим подчас обидное там, где его нет. Вы меня поняли, Сари? Да. Только не надо так. Ну, мне пора идти. Я очень рад, что мы встретились. Правда? Да. Завтра вечером я, наверное, опять приду сюда. А вы? Только обещайте, что вы не превратитесь опять в цветного. Если я скажу неосторожное слово. Обещаете? Обещаю. Спокойной ночи, Лени Сварт. Спокойной ночи, Сари. Сари? Ее тоже звали Сари. Сари. Нет, ты не... Это я, Лин! Вдруг! Остановись! Это говорит тебе Фиетта! Фиетта! Отдай! Пойдем! Оставьте! Я сама! Пойдем! Вы поступили неосмотрительно! Но вы рискуете больше меня. Ах, доченька, ты все еще любишь его. Сколько лет? И никто не помнит, что он был красивый и всего много знал. Он по-прежнему любит ту другую. Хотя это было столько лет тому назад. Тише. Он в себя приходит. Ничего, ничего. Сегодня все обошлось благополучно. Я совсем замучил тебя, Фиет. Сегодня впервые за много лет я почувствовал себя человеком. А когда... Почему? Не помню. Сейчас ко мне придут Мако и, возможно, Лени Сварц. Ты до чего-нибудь допрыгаешься. Цветной, мекаш, этого еще не хватало. Ну и что же? Ты уронишь свое достоинство, да? Хоть ты и ученый, а все же дурак. Ты думаешь, что старый отец перестал считать негров за людей? Зачем тебе вмешиваться в чужие дела? Когда ты жил на родине,
Ты ни во что не вмешивался, а фашисты убили мою мать, брата, сестру. Но я хотел хоть здесь обрести свой покой. И ты обрел его, отец? Да. В моем боге, моей... Только в них. Ненадежен твой покой. Не смей смеяться над моей верой, безбожный. Почему вы такой грустный? А почему вы такой веселый? Я рад, что нас становится больше. Вы думаете, он придет и не испугается встречи? Думаю, нет. Добрый вечер, мистер Финкель. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я немного опоздал, вы извините. Ничего, ничего, прошу. Прошу вас. Я все ждал, что вы зайдете в наш Крааль. К сожалению, был занят. Школа, дела. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Понимаю. Сначала мне тоже казалось, стоит выучить в грамоте, как они будут и сыты, и одеты. Уж очень бедно живут. Если б знать, как им помочь, я бы все сделал, что в моих силах. У многих детей кожа какая-то неживая. Сухая, жесткая. Это от колодцев. Вода плохая, глинистая. Ну, а хозяева об этом не слишком беспокоятся. Из-за этой воды недавно на рудниках вспыхнула забастовка. Забастовка? Да-да, настоящая забастовка. Вот, смотрите. Что это? Скромные наблюдения сельского учителя. О, я вижу, вы наблюдаете за всем миром. Это уж не так скромно. Откуда у вас все это? Конечно, в нашей глуши за всем не уследишь. Нам помогают друзья из Кейптауна. А когда в Африку пришел первый белый человек, он имел Библию, а мы землю. Теперь белый человек имеет землю, а мы Библию. А почему сюда попал английский поэт? О, Шелли, моя слабость. Он любил свободу. Живи он сейчас, он боролся бы вместе с нами. Ну-с, молодые люди, я услышал ваши голоса и решил, дай-ка пойду выпью с ними чашечку кофе. Встречи с Сари ни к чему не приведут. Но вчера мне было так хорошо с ней. Но ты приехал сюда не для того, чтобы думать о белой девушке. Не будешь встречаться с Сари Виллер. Когда в небесах беспокойная ночь разбросает свои ожерелья, мы гоним печали и горести прочь, и кругом закипает веселье. И я вспоминаю под пение струны все, что вчера ты шептал мне. Девчонки, не спится при свете, если любимый Кептауне. Когда же погаснут огни на заре, и вокруг будет нежно-оранже, твой образ останется в сердце гореть, как прекрасная музыка банджо. Пусть ветер мой голос к тебе донесет,
в город садилась. О счастье с любимым девчонка поет. Если любимый в Кэптауне. Еще один день. Если я выдержу и не увижусь с ней, дальше будет легче. Сари. Ты что-нибудь сказал, сынок? Нет, ма, я ничего не говорил. У тебя кончились сигареты, может быть, сходить в лавку? Спасибо, ма, я сам. Добрый день. Добрый день. Кстати, вам письмо из Кейптауна. Спасибо. Что вам угодно? Мне, пожалуйста, две пачки сигарет. Пожалуйста. Мистер Шварц. О, простите. А вам, мисс? А я еще хочу попросить вас прислать мне мешок муки. Хорошо, мисс Виллер. Только мука мне нужна. Сегодня. Будет сделано. Как дела в школе, мистер Шварц? Очень хорошо, благодарю вас. Хорошо. Значит, муку я жду сегодня. До свидания. Не беспокойтесь, все будет в порядке. Вечером вы у меня. Когда она сказала, я буду ждать, это относилось к вам? Да, славная девушка. Нелегко, наверное, быть бедной родственницей у Герта Виллер. Родственники. Если бы эти молодые люди знали, что... Что знали? Нет, ничего. Что ты хотел сказать? Уж не то ли, что рыжий Герт Виллер и Лени Шварц? Я ничего не говорил. Вы давно ждете? Около часа. Я ждала вас много вечеров. Почему вы не приходили? Не хотел. Почему? Вы боитесь? Нет, но это не... Почему же вы сейчас пришли? Вы ж меня позвали. Садитесь сюда. Этот камень не такой жесткий. Или садитесь на траву. Странная вы девушка. Почему? Обыкновенной белой не пришло бы в голову сидеть ночью посреди вельда с цветным. А вы вдруг сидите. Какая тишина. Мой отец любил слушать тишину. Он любил книги и покой, и деревья, и реки. Где он сейчас? Он умер полгода назад. А девочка, мой дед вот так же ложился на траву и говорил мне все, что он думал. Все самое важное. А теперь вы скажите, о чем думаете? Мне всегда душно и тесно. Как будто пересохло горло и нечем дышать. Все время приходится делать. Даже в сердце. В самой глубине его я не могу чувствовать себя свободным. Я понимаю вас, Лени. Если бы все так понимали, как вы. Не мучитесь больше. Закройте глаза и спите. Спать.
тобой буду сидеть, сторожить тебя, никому не дам тебя в обиду. Теперь они, наверное, вместе. Это безумие. О, это еще большее безумие, чем вы полагаете. Бедный Лени. Дело в том, что он из... О чем ты? Ни о чем. Я так счастлива. Пойдем к нам. Выпьем кофе. К вам? Угу. Гард уехал. И не вернется до утра. Пойдем. Лени? Что? Входи. Его нет. Зажги лампу, а я приготовлю кофе. Сари. Что? Нет ничего. Просто мне захотелось произнести твое имя. Ты сумасшедший. Пей. Ну, пьешь? Пью. Расскажи мне об этой девушке из Кейптауна. Откуда ты знаешь? От Мейбл. А что пью эту Мейбл? Ты ее любишь? Тогда мне казалось, что люблю. Но теперь я понимаю, что это совсем не так. И ты целовал ее? Много раз. Но ведь это было раньше, чем я тебя встретил, Сари. Откуда мне было знать, что я встречу тебя? Ты у меня в сердце. Ты понимаешь? Ты меня теперь ненавидишь, да? Я не могу ненавидеть тебя, Лень. Я сама виновата. Что вздумала спрашивать тебя об этом? Я забыла погасить лампу в столовой. Никого? Никого. Слава Богу. Посиди здесь. Садись. Ну, садись же. Хочешь, я тебе спою? Спой.
сказали, я отвез к бабушке. Когда Басгерд приедет, дай мне знать. Спасибо, Сэм. Идем. Черный и белый проходят тропой, глядя друг другу в очи. Один ослепительный день, другой скорбная гордость ночи. Смотрит с опаской на них черный люд, а белые требуют мести. Дерзость какая, глядите, идут эти двое вместе. Но что им те взгляды и бранная речь? От дома идут они к дому, как молния, словно сверкающий меч, проходит тропою грома. Перепишите это стихотворение и выучите его к следующему разу. Вот что, дети. Мне надо уйти. Сидите тихо и списывайте. Что случилось, сын мой? Через час из Кейптауна приезжает моя подруга, мисс Селия Ричард. Ну, как? Ты все еще влюблена в Сэма Дю Плесси? В Сэма Дю Плесси? Не притворяйся, я все знаю. И Герт знает. Ты позволила Герту взять верх над собой. Мне стыдно за тебя, Сари. Стыдно. Стыдно. Я другая Сари, бабушка. Я дочь приемыша. Другая Сари. Да, Сари умерла. Герт ее убил. Она умерла от лихорадки, бабушка. Он и пальцем до нее не дотронулся, конечно. Но она умерла, и он убил ее, как Сэма Дю Плесси. Бабушка, где мое ружье? Бабушка, это мой жених. Где же наши мужчины? Кофры! Кофры! Это я, Ханна. Успокойтесь, дорогая. Они идут убивать нас. Не бойтесь, никто вас не... Капры идут. Сэм Дю Плесси? Это же сумасшедший Сэм! Это сделал Герт. Ой, мне страшно. Я боюсь за тебя, Лень. Нам надо уехать. Надо уехать. Но куда же? Везде то же самое, хоть всю страну объезди.
Ну, неужели ж нет места, где мы могли любить друг друга? Хорошо. Хорошо, мы обязательно уедем. Мы должны уехать. Только скорей. Я не могу больше оставаться под крышей этого страшного большого дома. Вот что, ма. Через час я уезжаю в Кейптаун. Но ты не тревожься. Я скоро вернусь, а если задержусь, то напишу тебе. Ты у меня хороший сын, Лени и Селли. Она тоже хорошая. Вы скоро поженитесь. Ты знаешь, ма, среди всех планов, которые мы с ней строили, мы забыли только одно. Свадьбу. Но ты не беспокойся, ма. Сынок мой, я буду ждать вас вместе. Жди меня внизу, сын. Тебе, ведь он чернокожий, выродок. Мне нечего стыдиться. Он стоит сотни таких, как вы. А вот увидим, чего он стоит. Сволочь образованная. Ид, скачи в поселок, зови еще людей. Пусть захватят ружья. Хива! Я покажу тебе черномазые бестия. Иди домой, Сари, и приготовь лошадей. Я скоро вернусь. Иди. Иди. В душе ты трус, хотя любишь пугать тех, кто тебя боится. Но я-то тебя не боюсь. Уходи! Ну, каково угощение, братец? Разве ты не знал, что мы с тобой родные братья? Выродок! Я тебя не убью, я тебя буду бить до тех пор, пока ты не станешь такой же, как Сэр, сумасшедший Сэр. Он тоже был образованный, он тоже был франт, но я сделал из него скота, раба я из него сделал.
Господи, я думала, что это Гэт. Гэт там покончено. Сэм тоже. Сэм убит. Они уже едут. Дай мне ружье. Скорей! А сама иди к себе. Тебя они не посмеют. Я останусь с тобой. Иди к себе! Леди Сварс, ходи с поднятыми руками, и тебя будут судить по закону. И вы, Сари Виллер, довольно вам позорить честь белой женщины. Я защищаю ее честь. Сари Виллер любят друг друга. А теперь они в большом доме дерутся с белыми. Пусть Всевышний да покарает виновных. Дети мои, опуститесь на колени. Они любили, вот и вся их вина. Мало становиться на колени, надо действовать. Время зовет нас идти тропою грома. Учитель, убийца!
чернокожих к высшему образованию. Учитель цветной по имени Ленни Сварц при падке ярости задушил землевладельца мистера Герта Вильяр и, спасаясь от погони, застрелил племянницу владельца дома, мисс Сари Вильяр. Вот до чего доводит дикарей высшее образование. Так писала одна из наших газет. Довольно! Пришло время правды!